Из навоза – символ наступающего года. Скульптор из Якутии создал большую композицию «Семейство тигров». Михаил Баппосов лепит такие скульптуры уже 10 лет. В его селе зимой из навоза делают танки, нечто вроде контейнера на полозьях. Замерзший в такой форме навоз проще хранить, а весной его оттаскивают на поле для удобрения. Однажды Михаил решил слепить настоящий танк, и понеслось. Из-за особенностей выбранного им материала скульптуру он создает зимой, как правило, в декабре к Новому году. В этом году мастер продолжает работу, несмотря на проблемы со здоровьем. Летом у него обнаружили онкологию.